Półtora godziny modyfikacji za mną. Co tu się dzieje teraz? Gdzie są te zombie całe? Nic tu nie widzę. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. To nie może być. Portfel. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Pełen rubli. Nic nowego. I pracuję niemal przez cały dzień. Gdzie są te zombie? Naprawdę sądzisz? Nie wierzę. No tam nic nie widzę. Ej, gdzie one są? Это котки. Мушу так. Может замочить кого для разнообразия, а? Некоторые проблемы сами себе рассказывают. Шкелет гоблин. Мой муж, уважай иначе. Ниц ту нема. Ту нема жадных. Баранов. Эй! А до вечера, если спать. Холера, что се дзее? Nie, wieczorem to jeszcze... Ale... Nie widzę żadnych zombie. Myślałem, że one będą wychodzić i dopierdalać. Gdzie są te całe zombie? Wino. Piwo, ryba. Piwo. Я слышал, у вас тут проблемы с... Да. Зомби. Я могу помочь. Я не против. Если справишься, с чего мне начать? Поговори с Иваном Хельсингом. Он уже давно ищет причину появления зомби. Dobra, oni są teraz pochowani po domach. Seków, a to dwa TD. Gejen. To ja raz szlugę. O. Żradowski. Chwila. Я переманил кое-кого на нашу сторону. Этого мало. Говори убедительнее. Бери пример с меня. Политики главное, шоу. И надо, чтоб оно... Ага, такие буты. Ten śpi w każdym innym łóżku. Cholera, znikam stąd! Chciałem go przekonać. Co on robi?
Он же я? Он попросту задушен. Жадно, Вилка, справа. Эй, иди нах! Myślałem, że chcesz się ze mną spróbować. O! Присоединяй. И чё мне это даст? В охрану к нему пойдёшь? Чё? Быть охранником это... Добра, путка. Нигде не трафям! Эй, ты! Ты працуя не присоединяй. И чё мне это... Он после выборов? Ладно. Ну если не поставят, я его как тузик мясного жука порву. Види и слыши все то. Гдыбы сама того не видела. Эй, чувак, думать не хочешь? Трубу, что ли? Да ты чё, не впыхал, что ли, никогда? Да я вроде не самовар. Кумешь. Ну ты даёшь, ну ладно, попробуй. Ты можешь меня обучить взлому? Если ты мне не поможешь с одной проблемкой. Что случилось? Да понимаешь, съел я что-то не то, теперь с животом маюсь. Сходи к ей, попроси. Muszę wczytać grę. Nie. Bo muzyka. A czym trawa? Matri. Co ty znasz o zombie? No to, że co i wszyscy. Pojawiają się około 12 nocy. Народ говорит, что колдует кто-то из мест. Ты кого-нибудь подозреваешь? Кто-то среди нас колдует. Знать бы только. Еще видай, что ты научана. Ай, поспрашивай народ. Если выяснишь чего, приходи. Навестим колдуна вдвоем. Не мучишь никого. Яга. Эй! Что ты знаешь о ночных зомби? Многие здесь думают, что это я их сюда привожу. Ведьмы меня обзывают. А как заболеют, так лечиться ко мне идут. Никакой благодарности. Змей шатается по ночам по лесу. Может, он их приволок сюда. У тебя есть лекарство от поноса? А ты в аптеку сходи. Иммониум купи. По телеку его часто рекламируют. Блин, у вас тут не то что аптеки, даже автобусов нет. Ну, тогда я могу тебе бабушкино средство изготовить. Затыкайка. Затыкайка называется. Правда, иногда слишком сильно действует. Некоторые потом месяц не срут. Давай свою затыкайку. Не так быстро. Мне нужна голова зомби, коронное растение и лесная ягода. И где я это все возьму? Коронное растение обычно растет у воды. Лесная ягода где попала? Nerwują mnie te... Mój mąż, uważaj inaczej. Idzie nach... Dusz przyjmij. Nie mogę się zajmować wszystkimi, wszystkimi. Co ty znasz o nocnych zombie? Ja думаю, to проделки ЕГИ. Шмали не дает, колдует что там у себя. Zupełnie się z tobą zgadzam. Niczego jej już nie powiem. To naprawdę nie mój problem. To przecież okropne. Kot. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. I pracuje
Ciśnienie niemal przez cały dzień. Żyradowski, żyjesz? Kiepska sprawa. Ja nie widzę żadnych zombie. Wiele takie rzeczy. Mi się one nie pojawiają. Może do następnej nocy mam iść spać. To naprawdę nie mój problem. Cholera. Wtedy nauczy mnie lepiej walczyć. Ja tam niczego nie widzę. Gdzie są jakiekolwiek zombie? Tu nic nie ma. Czekajcie chwilę. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi zombie. Ja nic tu nie widzę. O, to jest wąż? Czy jakiś łuk? Doigrałeś się. Bardziej martwi mnie, o co chodzi z tymi zombie, bo ja ich nie widzę totalnie. Posążek Inosa. Portfel. Ruble. 100 rubli. 25 rubli. 3 posążek Inosa. Dobra, tam jest oficjalny sklep, gdzie będę mógł sprzedawać po tragicznym kursie swoją walutę. Ale ja wolę te dolary zostawić na przekupywanie urzędników. To pewnie nie będzie jedyna lokacja. Pizdo chujew. Zębaczę na górze. Aj, no co, bibliofil? Опять какую-нибудь книженцу читаешь? Что вы хотели, мил человек? Да я вот карту деревеньки и окрестности ищу. Думал, раз ты такой умный, то у тебя и карта должна быть. Ну, или что-то на нее похожее. Вот тут я вас, мой друг, должен разочаровать. Ничего такого у меня нет. Вот так всегда. Только хотел найти по карте магазинчик какой-нибудь с книгами, то есть. И тут тебе облом. С книгами? Это дело святое. Ради этого я, пожалуй, потружусь. Я раньше рисовать умел. Правда, давно не пробовал. Нарисуй, пожалуйста. А я тебе... Да вот, книгу принесу. Хочешь? Редкую? Книгу? А, тащите, несите, пожалуйста. Но только чтоб древняя была. И смотрите, чтоб не подделка. Дык, само собой. А где можно найти старинные книги? Я слышал, тут один мил человек собирает всякую старинищину. Кузьмич. Мы еще раньше вместе с ним книги читали. Окей, спрашиваю. Кузьмич. Patrzcie, mamy trochę zadanie. Mamy trochę tych zadań. Nie mam pojęcia, gdzie są zombie. Nie widziałem takowych. Jest pierwsza w nocy. Czy one miały być w mieście? Ale ani tu, ani tam ich nie ma.
Idźmy sobie drogą asfaltową. Ну что, дорогой? Ты джавдата не видел? Нет, я тут обегал все окрестности. Видел много народа, но... Шакал трусливый, наверное, убежал. Слушай, дорогой, мне нужен новый кепка. Тебе... Конечно, дорогой. Давай, дорогой, помоги Джигиту. Уже бегу, дорогой. Дорогой, я вижу, ты нас... Ну, что-то типа того. А что? Хочешь сыграть в игру для настоящих джигитов? А что за игра-то? Я загадываю число, ты отгадываешь. Не отгадал? Деньга отдал. Зараз заграмы, только хочу, чтобы та музыка не напердалала. Hey. Давай поиграем. Делай ставку. Стольник. Эй, ты. Я сделал. Я загадал число. Два. Эй. Ну чё, я угадал? Не угадал, дорогой. Тут су якиш. Ты ж нигде. Давай по... 100 рублей. Я загадал. 4. Ну чё, я... Не угадал. Чё ж мы нигде не сгаднемы. Он завжди буде мовив, що є сильна лічба. Давай. Я за... 3. 3. Ну чого? Не угад... Нігди не згаднемо того. Давай поіграємо. Делай ставку, дорогой. Стольник. Я... Один. Ну чё? Не угад... Нигде не сгаднем, эта игра из купя. Kurwa, już ta muzyka. Dobra, kurwa, no nie ma innej opcji. No trzeba jakiejś ruskiej muzyki posłuchać. A tu radio jest, odbiornik. Zawsze będzie. Tu gdzieś jest ten głośnik. Dzie, ty polityk. No ja, synok, jeszcze przy Stalinie. No i jak tobie współczesna polityka? Naverno, все
воруют. Бандитов развелось. Вон, за башней плантация конопли... Дед, это кто? Отличный мужик, он кому хошь морду набить может. Порядок в стране наведет. Эх, хорошо, проголосуем. Только... ФСБ. Директором ФСБ? Не хочу, в молодости на... В Лубянце. Голосуй. Может, советник управдома по овцеводству? Во! Самое оно для меня, чтоб на лавке сидеть и за овцами... Что ты хочешь? Всего за две... Держи, ба... Замирай, пса. Не забывай хорошенько кормить его. Он еще молодой. И если потеряешь его... Kurde, czuję się, jakbym w Falloutie miał psa normalnie. Gdzie jest pies? Cześć piesku. Za mną? Mamy pieska. Idziemy szukać książki po nocy. Że mi barbozy nie zabili. Przypadkiem. Żrać chcesz? Чё лаешь? Жрать? На, жри, пока я добрый, толстей. Ого, да ты прибавил в весе. Ну все, хватит. Он один раз, ну. Ничего тут не знайду. Ничего тут не знайду. Айде. О, говно. Czekajcie. Ponagrywamy jeszcze chwilę w tym odcinku. Barboza. Żreć chcesz? Nic tu nie widzę. Mapa. Pojawiające się w nocy zombie. Stal. Puchate jaja, paszporty. Mapa. O północy jest druga. O. Gdzie jest mój piesek? Kurwa, zgubiłem psa. Żreć chcesz? Barboza, chodź tu. I
Jakieś włochate gówno. To jest ork. O kurwa. Оно. Эй, волосатый. Ты кто? Help. Чего? Урка, что ли? Урк, урк. Ладно, проехали. Говорят, у тебя книжка есть. Вот и славненько. Дашь почитать? А чё так? Ну, хорошо, с другой стороны. Что за книжка-то? Чё ж там такого? Ладно, значит, не дашь. Как хочешь. Тогда придется мне ее самому взять. Чё-то скучновато стало. Tak właściwie raz w życiu widziałem orka walczącego w zwarciu. A było to w modyfikacji takiej jak Dark Saga. I był jeden ork na arenie. Dobra, trzeba mieć pełne HP, inaczej nie ma to sensu. Szkoda, że nie mamy naszego wilczka, który by nam pomógł. No jest łóżeczko. Ono. Hej. Ej, ty kto? Czego? Urka. A co tak? Co ż tam? Urka. Niepełnoletnim osobom. Czytajmy tą książkę. O kurwa. Dobra, ja idę spać. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.